Ежегодная премия и форум «Права потребителей и качество обслуживания» проходит уже шестой раз. Традиционно она собирает лучшие компании из разных сфер бизнеса – банковское дело, электроника, строительство, интернет, связь, общественное питание и многие другие. Для нас это очень важно, это очень значимо, это очень ценная оценка нашей работы, потому что мы очень много делаем для того, чтобы наши клиенты чувствовали себя комфортно, надежно и хорошо. Поэтому то, что такая премия оценила нашу работу, заметила ее и пригласили нас сюда, для нас это большая честь. Деловую программу мероприятия открыл форум «Повышение качества продукции и услуг. Инновации, перспективы и решения». Здесь каждый участник представил свое видение, как улучшить качество обслуживания клиентов. Кстати, среди лауреатов премии были не только те, кто непосредственно работает с покупателями, но и компании-производители. Мы в этом году запустили свою собственную программу лояльности, которая называется Magic Mama, потому что для нас, как для большинства раз, как бы для меня в первую очередь и для всей нашей компании, женщина – это в первую очередь мать. И поэтому наш бренд Polaris хочет через свою программу поблагодарить всех российских женщин за то, что они такие у нас прекрасные и замечательные. К слову, на этом мероприятии не было ни одного случайного участника. Работу каждой компании-лауреата оценивал специально созданный экспертный совет. То, что мы предлагаем людям, это каждый год все новые и новые проекты, все новые и новые возможности какие-то, да, там построить свой дом. Вот. При том, что сейчас на сегодняшний момент кредитование падает, мы все равно имеем наших клиентов в том количестве, каком мы раньше имели. Да? То есть, как бы продолжаем строить и приносить добро людям. По окончании форума гости мероприятия собрались на самую волнительную часть вечера – торжественную церемонию награждения. Победители были выбраны в номинациях «Розничная торговля», «Услуги», «Строительство» и «Ремонт» и многое другое. Галина Захарова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.